Привет, мои дорогие! Как ваши дела? Как ваше здоровье? Сегодня у нас вот такой вот мукбанг, да? Пицца итальянская на заказ. Сама не делала, честно скажу. Вот, хотя я сама тоже делаю пиццу, но у меня получается потолще так маленечко. У нас здесь есть кола, также есть сок, микс-сок, вишня, апельсин, яблоко. Вот. Также я сюда поставила майонез, вдруг, если надо будет. И вот такой вот горчица, да, по-русски будет. У нас здесь называется хардал. Ну что, приступим, покушаем. Еще мне тут дали вот такой вот. Это ихняя фирма. Тут у нас написано приправа. Ну вот, маленечко можно, наверное, посыпать. Тут есть все. И травки, и специи. Ну что, приступим. Приятного аппетита вам и мне. Будем кушать. Салфетки я взяла. Не переживайте, кто так за это переживает. Можно на все, я думаю, добавить майонезик. Ну, готовят в Турции вообще вкусно. Мне нравится турецкая еда. Правда, не домашняя. То, что в ресторанах, в кафе готовится. С колой вкусно. Кстати, с майонезом тоже. Помидорчики есть. Лучок есть у меня здесь. Я люблю лучок. Может, поболтаем немножечко. Честно скажу, хотелось бы, чтобы здесь монетизировали канал, но, говорят, в Турции вообще с этим маленько туговато. Не знаю, почему.
Еще хотела вас спросить, если хотите, мы можем общаться в прямом эфире, если вы этого желаете, то я могу это как бы снимать, прямой эфир делать без проблем. И тогда вы можете получить, наверное, ответы на все ваши вопросы, которые вас интересуют. Поэтому, если что, пожалуйста, напишите мне в комментариях, если вы хотите общаться, вот, то это можно организовать. Напишите время, кому как удобно, я выберу среднее время уже, чтобы мы могли все пообщаться. Ну и задавать вопросы, я буду на них отвечать, то, что вас интересует, без проблем. Не знаю, осилю или нет. Я в день ем обычно один раз. Но ем нормально. Ну вот. Правда, сейчас рановато. Через пару часов я должна была поесть. Это у меня был бы и обед, и ужин. Ну и завтрак. Но завтрак у меня 2 стакана воды. Обычно как стандарт. Я всегда пью. Вот. У них здесь, ну, я еще не видела, вот то, что я беру, называется, да, горчица. Ну, наши горчицы, конечно, не сравнить. Но без горечи. И вкус у нее совсем другой. Хочется что-нибудь вам рассказать, даже не знаю, что вас интересует. Ну, по планам я собираюсь, конечно, в марте поехать к себе в Новосибирск.
На один месяц. Если дороги будут открыты. Авиалинии, если будут работать. Ну что, прям такое ощущение, что все осилю, девчат. Сейчас меня там как все забомбят в комментариях, что я такая обжора. Ну, пиццу я люблю, честно скажу. Пиццу там, курицу, да, KFC. Я люблю. Вот. Ну, в основном варю, конечно, наши блюда. Уйгурские. Я их тоже очень люблю. Они, кстати, очень вкусные. Если кому-то какой-то рецепт надо будет, пожалуйста, я могу вам рассказать, как я делаю, как я готовлю. Если кому-то будет интересно, пожалуйста, подскажу, расскажу. Вот. Без проблем. Ну, а так иногда можно так поесть тоже. Вчера варила супчик. И еще у меня там было блюдо. Ну, в общем, вроде как одна, а кушать, варить я вообще люблю, очень люблю. Вот, поэтому сварю, вот в холодильнике стоит. Поела маленечко. Ну, я так много не готовлю, конечно, понемногу. Ну, остается все равно, остается. Потому что если хочешь наш лагман поесть, ну, его вот... Две порции приготовить, это, наверное, практически невозможно. Там готовишь и получается, ну, на недельку точно. Ну, это я минимум готовлю, и то ем там 3-4 дня, честно скажу. Ну, в морозильник оставляю, как бы, подлив. Ну, и лапшу тяну по мере уже, когда хочу кушать. Вот так она тоже в холодильнике. А вот, поэтому... Кашеварить я люблю. Мне это нравится, фантазировать там что-нибудь такое красивое сделать, украсить там, красиво подать. Люблю. Ну, сейчас у меня подача вот такая, потому что это была заказная пицца. Поэтому я не стала его убирать уже с коробки. Так, думаю, пусть раз принесли, так и поедим. Вот. А так, пожалуйста, можете обращаться. Ну, конечно, в Ютубе есть много, как готовят уйгурские блюда и вообще все остальные. Но у всех маленько бывает по-разному. Каждая хозяйка, наверное, все равно по-своему как-то готовит. Есть свои какие-то прибамбасы. Вот. Ну, походу, уже наедаюсь. Когда я дома готовлю сыр, ой, пиццу, сыр я, конечно, не жалею. У меня вот
прям облитая сыром. И когда кушаешь так, да, как обычно в рекламах бывает, вот. Мы здесь как бы сэкономили сыр заметно очень. А по цене не сэкономили. По цене наоборот. Чем выше, тем меньше продуктов. Потраченных. Сейчас у нас время 2:30 почти. Да, я вот сейчас поем, и все, завтра в 2 или в 3 могу поесть. Уже привыкла так кушать, если честно. По-другому как-то не получается. Но бывает иногда я хожу, например, в гости приглашают, а я вот поем, и мне потом плохо, вы знаете, я не могу переварить. Вообще у меня просто не переваривает, она все стоит. Видать, я уже приучила как бы свой организм к единому питанию. Один раз в день только, и все. Но бывает, каждое воскресенье я встречаю, здесь у меня есть двоюродные сестры, они здесь живут. Вот встречаюсь с ними, и, конечно же, у нас пир на весь мир, да, начинается. Там я перебарщиваю с едой и 2 дня потом мучаюсь. Есть такое у меня. Ну, вообще я люблю покушать, честно скажу. Люблю очень покушать, но я в основном воздерживаюсь. Но в данный момент уже, когда я стала есть 1 раз в день, и так нормально я ем, да, немало, видно, наверное, вот, к этому, когда привыкаешь, и организм привыкает, и я вот как-то даже ощущаю себя очень легко и нормально. Ну вот сейчас я поем, например, через часик уже, так, мне станет уже хорошо так совсем, уже так на бочок, на подушечку такая, вот. Как бы вот... Как себя приучаешь, наверное, хотя говорят, вредно, там надо соблюдать. Поверьте мне, организм ваш, и я думаю, как вы его приучите, он так и будет работать. То, что говорят, там пить в день 3 литра воды или 2 литра воды, для меня это вообще шок. Я не знаю, может быть, чей-то организм это воспримет, но я столько пить не могу. Я пью 2 стакана воды. И то не с такой легкостью. Первый стакан, может быть, зайдет как-то нормально, но второй уже маленькими глоточками и так, периодами. Как-то вот так. Те, кто пьют 2 литра воды, ну, я просто рада за них, что их организм принимает так много жидкости. Я не могу. Не знаю, у меня не получается. Наверное, в день 1 литр жидкости я пью. Это в общем плюс вода, плюс соки, плюс чай. Я думаю, что вот литр, литр там 200 может быть. Может быть, это максимум. Вот. А кто пьет много, ну дай бог здоровья, конечно, что они могут так пить воду. Просто иногда бывает, читаю в Ютубе, определенные там надо завтракать обязательно. Ну как обязательно? Если организм не воспринимает, ты не можешь завтракать. Оно не может быть обязательным лично для твоего организма. В общем, может быть, это обязательно, да. Я согласна с этим. Есть определенные, наверное, правила. И то эти правила тоже когда-то создал тот же самый человек, да.
Поэтому я думаю, как себя приучишь, так и будешь. И кушать, и пить, и есть, и все остальное. И организм в любом случае будет работать. То есть он работает на тебя, и он привыкнет уже. Вот, что у меня утром, например, желудок пустой, вечером желудок пустой. Он привыкает к этому. Но не дай бог, я что-нибудь туда закину. Ну, это атас. Там реально уже в шоковом состоянии мой желудок и вообще полностью мой организм. И приходится долго приходить в себя. Ну, вот бывает такое. Пицца средняя. Не скажу, что на высшем уровне. Ну, средняя пицца. Лезть можно. 2 месяца один раз. Завтра пойду встречаться со своими сестрами. Если буду в каких-то магазинах, я сниму видео и выложу. Посмотрите, кому будет интересно. Уже так наелась. Этот кусочек. Вот. Было так. Спасибо Всевышнему, конечно, за Боженьки, спасибо за пищу. Поели вкусно. Вот, дай Бог, чтобы у всех все было хорошо. Желаю вам всем здоровья, благополучия. Чтобы все ваши желания исполнялись. Ну, вы знаете, наверное, что желание нужно тоже питать энергией, чтобы она исполнялась. Ну, то есть почаще вспоминать о своем желании, подпитывать ее энергией. И тогда оно быстрее исполнится. Вот. А так очень приятно, что вы у меня есть. Реально, хоть и есть с кем-то пообщаться. Скучно мне здесь. Бывает скучно. Вот. Ну, скоро поеду. К маме поеду. Она живет у меня в Кыргызстане. Потом уже поеду в Новосибирск. Вот. А потом, наверное, в Санкт-Петербург. У меня там живет дочь. Если получится, поеду. И привезу оттуда мелочка к себе. Вот. Что-то надо было мне мелочек взять, да? Хотя бы немножко похрустеть. Ну-ка, сейчас, секундочку. Подождите. Тут у меня рядом есть красный. Может, немножко, да, так поедим. Чтобы мел не обиделся, а то ж как мы без него-то. Немножечко так. Можно, наверное, я думаю. Простят нас
Можно будет маленько погрызть такой кусок. Ну, чтобы уже все было так плотно и нормально за сегодняшний день, чтобы мы план выполнили. Вот. Вкусный мел красный, реально. А какой пыльный. Посмотрите. Вообще прелесть просто. Прям хочу в Меловых горах поставить палатку. 2 дня там поночевать. Полежать прям. Пусть буду вся белая. Вот пофигу такая. Не так хочется. Последний кусок красного. Есть еще мелкие, оказывается. Люблю после еды поесть мел.
от вкуса. Ну, что, девчонки?